Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Свет, краски, музыка и все, что излучает красоту, является для владельца этого имени источником глубоких переживаний и вдохновений. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными, имеют глубокие чувства, проявляют умение обращаться с деньгами. Бывают со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеют способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями, к примеру, чтобы сделать людей счастливыми. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Для людей с таким именем благоприятны контакты с людьми, чьими числами являются 6 или 9, то есть родившимися 5, 15, 24, 9, 18, 27 числа каждого месяца. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Личные комплексы и заторможенность присущи владельцам этого имени, но это всего исходит из того, что представители именно очень тщательно продумывают путь, прежде чем сделать шаг. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.